Готовим хрустящие сырные ПП-крекеры тук. Для этого к мелко натертому сыру добавляем желток, творог, мягкое сливочное масло, соль, соду и хорошо перемешиваем до однородной массы. Теперь добавляем рисовую кукурузную муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Собираем тесто в шар и убираем в холодильник на 30 минут. После этого достаем и тонко раскатываем. Чем тоньше вы раскатаете тесто, тем более хрустящие крекеры у вас получатся. Из теста вырезаем прямоугольник и убираем все лишнее. Разрезаем на маленькие прямоугольники и накалываем их вилкой. Выпекаем в разогретой до 200 градусов в духовке 10-15 минут. Всем приятного аппетита!